Путешествовать по Западной Сибири – занятие не из самых легких. Если с запада на восток или с востока на запад ее можно пересечь на поезде или на автомобиле, то с юга на север или с севера на юг приходится ехать на чем придется. Да и само путешествие может затянуться не на один день. Но наша цель не путешествие как таковое. Наша цель – заглянуть в дальние и ближние сибирские уголки, увидеть уникальную сибирскую природу, посмотреть, как с продвижением с юга на север меняется климат, а с ним и растительность, и животный мир. А также увидеть людей, живущих здесь, коренных жителей, предки которых осели в этих краях много веков назад. Мы начнем наше путешествие с южных границ Западной Сибири и медленно будем продвигаться к северу, со всеми остановками. Что же такое Западная Сибирь? Где это? По представлению многих иностранцев, Россия и Сибирь – это одно и то же. И они, в принципе, правы. Сибирь действительно большая и занимает пол России. Западно-сибирская равнина находится в центре Евразийского континента. На юге граница ее проходит по казахстанским степям и южно-сибирским горам. На востоке ее ограничивает река Енисей. С севера омывает Карское море, а с запада подпирают Уральские горы. По размерам занимаемой территории она сравнима с Западной Европой. Итак, мы на самом юге Западно-Сибирской равнины, в казахских степях. Там, где многие сибирские реки берут свое начало. Весна в степи – праздник воды, праздник жизни. Только весной пропитанная талой водой степь цветет. Время от времени жаворонка перебивают испуганные вопли суслика. Высунув из норы нос, он предупреждает соседей об опасности. Суслики – настоящие норные животные. Размножаются они ранней весной, и сейчас у них подрастает потомство, которое начинает вылезать из норы и пробовать жизнь на вкус. Мало естественных укрытий. Если суслики сидят по норам, то у доду приходится искать любое подходящее жилье. Пока самка насиживает кладку, самец ее кормит. Супруг ответственно относится к своим обязанностям. Когда подруга улетает, чтобы размяться, он ее терпеливо ждет с червячком в клюве. Удоды создают пару на всю жизнь. Пройдет месяц. У этой пары вылупятся и вырастут птенцы. К началу лета степь высохнет и опустеет. В
Вся растительность выгорит под жгучим солнцем, а степное население потянется к воде. Местные жители, казахи, в течение многих веков приспосабливались к жизни здесь. Сейчас казахи уже не живут в юртах, но все еще выпасают скот и с детства привычны к лошади. Кроме того, лошадь – самый экологичный и надежный транспорт в здешних краях. По маленьким ручейкам вдоль рек и Старец мы продвигаемся в лесостепь. Наша телега время от времени подскакивает. И тут же в воздухе начинают носиться проклятия в сторону кротов, которых тут, однако, нет. А дорогу постоянно портит слепушонка, обычный здешний подземный житель. Слепушонка роет подземные лабиринты в поисках еды – корешков, клубней, луковиц. Зрение у слепушонки слабое, зато хороший нюх и крепкие большие зубы. Над подземным домом слепушонки еще с ранней весны начал строительство, пожалуй, один из искуснейших зодчих птичьего семейства – синица ремис. Вот кому бы основать свою строительную компанию и обеспечить жильем всех желающих. Самец старательно укладывает и вплетает в гнездо пушинку за пушинкой, издавая призывные посвисты, привлекая самочку. На строительство чуда инженерного искусства уходит 3-4 недели. Привлеченная шикарным жильем самка помогает самцу достроить чудо-варежку и откладывает туда яйца. Довольный собой, строитель бросает подругу с потомством и все начинает заново. И так, пока лето или самки не кончатся. Но все-таки самые густонаселенные птичьи угодья – это большие озера. Те, что не пересыхают летом, служат домом для многочисленной пернатой рати. Тут гнездятся чайки, крачки, поганки, чомги, бакланы. Даже пеликаны прилетают сюда из южных краев, чтобы вывести потомство. Все весенние озера поделены птичьи братья на гнездовые участки, и на каждом таком участке живет хозяин, который его защищает.
У Лысух на этом участке озера спорная территория, на которую претендуют хозяева четырех соседних участков. Складывание крыльев домиком – это обычная демонстрация угрозы. Так лысуха выглядит крупнее, а значит сильнее. А в животном мире закон силы – один из самых важных законов. Пролетные стаи белолобых гусей, летящих в тундру, прерывают неспешный ход наших мыслей и зовут за собой. Утро. Далеко позади остались казахские степи. Мы в южном лесу Западной Сибири. В березняке, на большой березе, в развилке ветвей кто-то нагромоздил кучу веток. Это старое гнездо ястреба-тетеревятника, но занимает его сейчас бородатая неясыть. Неясыти, как и другие совы, не умеют строить гнезда, поэтому занимают чужие. Когда сове надоедает сидеть на гнезде, или мысли о еде начинают возникать все чаще, она улетает. Гнездо остается без охраны, и этим пользуется горехвостка, что строит свое гнездо неподалеку. Она ворует здесь совиные перья. Совин прилетел посмотреть за гнездом до возвращения хозяйки. Совин может не беспокоиться. Добычу она съест сама. Когда в гнезде появляются птенцы, для совы наступают жаркие времена, и она, не покладая крыльев, охотится. Совы не рвут добычу на куски, а заглатывают ее целиком. Даже самые мелкие птенцы. Но почему здоровяк не проявил интереса и не кинулся к еде, отталкивая младшего? Дело не в братской любви, а в том, что недавно проглоченная им мышка уже переварилась, а непереваренные шерсть и кости сформировались в погадку и закупорили желудок. И пока сова не отрыгнет погадку, она не может есть. В
Взрослея, совята тренируют свои мышцы, лазая по дереву и махая крыльями. Затем перебираются на соседние ветки и деревья, а то и просто падают вниз. Старшенький уже выпрыгнул из гнезда. Но и здесь родители продолжают его кормить и защищать. При появлении большого хищника птица сначала пытается увести его от гнезда, изображая тяжкие ранения. Когда все мирные аргументы исчерпаны, сова применяет силу. В лесу, здесь, на юге лесной зоны, живут не только те, что летают и способны видеть все сверху, но и более приземленные создания. Ежик всю жизнь ходит, уткнувшись носом в землю. Нос ему подсказывает, откуда грозит опасность. С помощью носа еж и охотится. Однако основой питания ежа являются насекомые. Не потому, что они ему больше нравятся, а потому, что их больше. Этому ежику после долгой зимней спячки так хочется кушать, что в поисках еды он позабыл всякий страх. Это было его первое знакомство с колючим жителем лесов. Второй раз встреча, скорее всего, пройдет иначе. Лес стал ниже,
особенно там, где плохая поверхность равнины не способствует хорошему стоку, и он заболачивается. Северная тайга Западной Сибири – это царство сосны. Сосна растет и на болотах низкими деревцами, а по берегам рек чувствует себя вполне комфортно. С сосной связано и животное население леса. В 10 метрах над землей, в хорошо укрытом от постороннего глаза месте, устроили свое гнездо сойки. Освободившуюся скорлупу мать снова возвращает к себе в организм, чтобы восполнить недостаток кальция. Птенцов сойки выкармливают и сами питаются разными беспозвоночными, но едят и мелких грызунов. Охотно потребляют и растительную пищу, всякие ягоды, семена. Гадюка – единственная змея, проникшая на крайний север. Змея эта ядовитая, но кусается редко, при самозащите. Ест гадюка мышей, но иногда добывает мелких птиц и лягушек. Бурундуки в тех местах, где мы останавливались, были единственным напоминанием о медведях. Ведь по сказке именно медведь оставил полосы от когтей на бурундучей спине, когда тот не послушался хозяина и первым встретил восходящее солнце. Слишком людно тут для медведя недалеко от дороги. А бурундуку все равно. И к прохожим он привык. Затаился на ветке. Никто тебя и не заметит.
Тяготы жизни в Западной Сибири связаны прежде всего со здешними кровососами. Путешественники вспоминают потом, что комары в Сибири величиной с кулак. Комары появляются в начале июня. Самцы имеют пышные усы и в дружеской компании благородно пьют только цветочный нектар. Самки после встречи с усатыми родственниками начинают кровавую охоту. Полученной дозы крови хватит самки для созревания полусотни яиц. Если охота не удалась, она довольствуется цветочным нектаром или не ест совсем, но при этом яиц откладывает в два раза меньше. Не ненависть, а природный инстинкт о продолжении рода заставляют комаров гоняться за нами и другими животными. На дне бесчисленных речек и ручьев сидит маленький червячок и ждет своего часа. В начале июля червячок вылазит из воды и начинается настоящее бедствие. Появляется мошка. Мошка облепляет жертву и ползает по ней до тех пор, пока не доберется до кожи. Местное население всегда предупреждает путешественников не выходить в тайгу в нетрезвом виде. В начале июля вылетают еще и слепни. Вот уж кто действительно больно кусается. В жаркое лето мошка и слепни делают жизнь в здешних местах почти невозможной. Однако есть мнение, что основная экологическая роль кровососущих насекомых в тайге – защита этих уникальных мест от человека. Дорог в Западной Сибири немного, и с продвижением на север они теряются в болотах. Продолжать путь по болотам пешком тяжело и опасно. Но без болот не было бы и самой Западной Сибири. Общая площадь болот на Земле менее 2% поверхности суши. Западная Сибирь же заболочена более чем наполовину. По расчетам болотоведов, здесь аккумулируется около 500 миллиардов кубических метров пресной воды. В засушливые годы болота отдают, а в дождливые вбирают в себя лишнюю воду, и поэтому в Западной Сибири почти не знают ни засух, ни наводнений. Причина этого уникального явления – древний мох сфагнум. Именно он, как гигантская ненасытная губка, впитывает всю эту воду. Теплопроводность такой грандиозной подушки очень низкая, и даже в конце лета под ней лежит мерзлота. Поэтому Западная Сибирь, скованная на севере вечной мерзлотой, и сохранила свой первозданный облик. Карликовая березка, багульник, андромеда, клюква, морошка, голубика – вот самые известные представители болотной растительности. Самое загадочное из них –
морошка. Ее сложно застать в состоянии нужной зрелости и невозможно сохранить без потери тех чудесных свойств, которые характерны для созревшей, но не перезревшей ягоды. На болотах гнездятся и кормятся многие кулики. Средний кроншнеп – это самый длинноклювый и длинноногий представитель своего отряда здесь. Открытые водные пространства болот имеют огромное значение для уток, жизнь которых тесно связана с водой. Ондатры, питающиеся осокой, превосходно чувствуют себя даже в заполярных широтах. Долго путешественник может бродить среди болот и, не зная пути, в конце концов, сгинуть в них. Но не будем о грустном. Из любого болота можно выбраться по небольшим, тихим речушкам. Медленно и неспешно, рано или поздно, все равно окажешься на красавице Оби, главной реке Западной Сибири. Несет она свои воды от селения к селению, от юрты к юрте, от чума к чуму. Живут здесь замечательные народы. Живут давно, любят и берегут природу. А она дает им еду и питает их самобытную культуру. Заехав в один из поселков на Нижней Оби, мы попали на праздник, день рождения этого поселка. Сюда съехались соседи со всей округи, людей посмотреть, да себя показать. Раз, два, три! А показать действительно есть что. По этим орнаментам можно сказать не только национальности хозяина,
кто он, из Ханты, Селькупов или Зырян, но из какого поселка, стойбища он приехал, и даже как его фамилия и чем он занимается. Немного помять, и она будет снова мягкая такая же. Да, и в нем удобно, и не жарко. Сильно. А здесь специально делать меховое, а внутри ложат солому, чтобы влагу впитывало, и ноги, чтобы себя не сырели. Народное декоративное искусство складывалось веками в процессе развития бытового уклада оленеводов, рыбаков, охотников с его обычаями, обрядами. Оно, по сути, отражает видение этими народами окружающей их природы и себя в ней. Ты мне дала? Она приехала. Девочки! Внучка моя, куда пошли? Девочки! Я съел печень. Да? А вы остальные ешьте. Серёжа, печень-то вот что в ней такого цена? Да я не знаю, вкусная просто. А, вкусная? Такая с горчинкой чуть-чуть. Угу. Желчность особенно. Такие... Ну, желчность зачем? Сибирская природа многим обязана своему высокому соседу – Уральским горам. Особенно в западной ее части. Горы задерживают западные воздушные массы, а также питают Сибирь все лето водой со своих восточных склонов. Уральские горы – чрезвычайно старое геологическое образование. Они не раз разрушались и возникали вновь. За последний миллион лет они, как и половина Сибири, несколько раз оказывались погребенными под толстым слоем льда. Ледники отступили. И природа вновь отвоевала себе эти пространства.
В горах растительность распределена поясами, подобно широтному распределению растительности в Западной Сибири. С каждым метром подъема в гору понемногу снижается температура, а с ней меняется и состав растений. В горных долинах встречается вековой дремучий лес с огромными лиственницами-великанами. На голых горных склонах, где морозы и ветра сдувают и вымораживают всю растительность, остаются очень неприхотливые, стойкие и такие же древние, как сами горы, лишайники. Тундряная куропатка – птица открытых пространств тундр Ямала и Гедана. Прекрасно себя чувствует и в горах среди камней. Древнее сказочное животное – сибирский углозуб. Может веками лежать где-нибудь в ледяной линзе, а оттаяв, жить дальше. И сколько лет этому углозубу, можно только догадываться. Хариус – самая обычная рыба здесь. Но это еще пока совсем мальки. Последние островки деревьев и горные склоны скоро кончаются, и тундровые пространства безраздельно господствуют на всем протяжении, сколько хватает глаз. Обгоняя весну, мы добрались до северной оконечности Западной Сибири, полуострова Ямал. Ничто теперь не препятствует глазу в бесконечных блужданиях. Холод и ветер – вот кто открыл горизонт. Вот кто не дает расти деревцам выше снежного покрова. Мхи и лишайники главенствуют в этих суровых местах. Только на повышениях, прогреваемых солнцем, за короткое лето успевает процвести и вызреть тот небольшой, но разнообразный букет цветковых растений, что приспособился здесь жить. Когда по всей Сибири уже вовсю катит лето, здесь еще разгар весны. Тундра – озерный край. По ненецким легендам, здесь раньше везде была вода. Бог послал Гагару, и она 7 дней ныряла в ледяной океан и каждый раз в своем клюве вытаскивала комочки земли. Так появилась суша, на которой потом поселились олени и люди. Действительно, вода – стихия Гагары. На сушу она выходит только, чтобы вывести потомство, и выглядит здесь очень неуклюже.
А вот и белолобые гуси. Может, именно эта пара пролетала тогда в стае над южными озерами, стремясь скорее в тундру. Здесь они уже построили себе гнездо недалеко от воды, и так парой и насиживают. Самка на гнезде, самец рядом. Хотя супруг часто не выдерживает долгого сидения возле супруги и отправляется погулять. Тундряные лебеди – самые большие и красивые тундровые птицы. Очень чувствительны к беспокойству. И именно поэтому практически исчезли с освоенных участков тундры и занесены во все красные книги. Тундра – воистину край птиц. На короткий летний период эти места превращаются в клондайк, где насекомых становится больше, чем их могут съесть те, кто отважился сюда прилететь. Насекомых едят и скармливают птенцам все воробьиные птицы. Например, семья подорожников. На высоком, обрывистом берегу реки устроили себе гнездо пернатые хищники – сапсаны. Это сокола, и охотятся они только на лету. В когти к ним попадаются и подорожники, и многие другие птицы. В гнездовой период охотится самец. Подлетая к гнезду и почти не снижая скорости, он ловко передает супруге добычу и уносится за новой. Сокол-сапсан – космополит. Он не гнездится разве что в Антарктиде. Но везде редок, и встретить его большая удача. А на Ямале обычен, потому что есть корм, и открытые пространства не мешают его стремительной охоте. У дневных хищников имеет большое значение, каким по счету появился из яйца птенец. Самый младший, как правило, имеет меньше всего шансов дожить до вылета из гнезда. Старшие всегда ближе к раздаче и получают больше пищи. В сытые годы выживают все. Когда сеанс кормления окончен, самка греет птенцов. Чем старше птенцы, тем меньше времени она проводит в гнезде. Зверей в тундре мало. Деться им отсюда некуда, и в отличие от птиц, их главная задача – выжить зимой. Маленький шустрый лемминг выживает, питаясь травой под снегом. А на лемминга охотятся остальные. Нет лемминга – нет песца, говорят ненцы в недобычливые годы. Единственный зверь, кто может выжить зимой, не охотясь на лемминга – северный олень. Потому что тоже ест траву и откапывает ягель из-под снега. Северная олень – все для коренного жителя тундры. И средства передвижения, и одежда, еда, дом,
Только благодаря ему люди в древние времена закрепились на этих территориях. Олень стал домашним. Не любить оленя человек тундры не может, потому что это его жизнь. Забравшись за весной в тундру, мы и не заметили, как прошло северное короткое лето. Проделав длинный путь с юга на север и посмотрев вокруг, мы поняли, что многое еще скрывается от нашего сознания –